Porsche анонсировала выход чисто электрического Тайкана еще год назад, но за прошедшее время российские власти успели обнулить пошлины на батарейные машины. И это событие сделало цены на новый седан очень привлекательными. Как выяснилось, базовый Тайкан 4S отдачей 530 сил будут продавать примерно за 7 миллионов рублей. Для сравнения, в родной Германии за такую же машину просят 103 тысячи евро, то есть больше 9 миллионов рублей. Неплохая разница, не правда ли? Поставки первых автомобилей назначены на конец ноября. Тогда и узнаем, готовы ли наши чиновники, нефтяники и банкиры проголосовать рублем за зеленый Porsche, или они останутся верны классической Панамере. Между тем, в Россию решено поставлять только Тайканы со старшей батареей, которой в смешанном режиме хватит на 400 км пробега. В продажу пойдут не только стандартные версии, но также бескомпромиссные варианты Turbo и Turbo S.